Отчет водоканала о проделанной работе, новшества для водителей, заемщиков, студентов и наследников, новая детская площадка на шахтеров. Междуреченцы выиграли грант от Евраза и новые фигуры на аллее сказок. О событиях недели в дайджесте. Уважаемые коллеги, система образования нашего города – это сегодня 62 образовательные организации, более 18 тысяч обучающихся и более 3 тысяч работников. Состоялось августовское совещание работников муниципальной системы образования. Обсудили вопросы дальнейшего его развития в Междуреченске в рамках стратегии развития Кузбасса на период до 2035 года. В планах строительство школы в поселке Теба, строительство второго пускового блока и спортзала школы номер 16 в поселке Артон, капитальный ремонт столовой в Чайке и благоустройство в лагере «Ратник». На аллее сказок появились новые персонажи. Маша и Медведь, волк в модных штанах и камень на распутье пополнили список достопримечательностей города. Преобразился двор дома по проспекту Шахтеров 7. Теперь вместо одинокой песочницы во дворе установлены горки, турники, качели и не только. Жительница дома Ирина Елышова решила принять участие в проекте «Евраз. Город друзей. Город идей». Увидела в местной газете объявление «Евраз. Город друзей. Город идей», что собираются заявки на участие. Решила попробовать, написала проект, выиграли. Слышно детей, а то их не было вообще видно. Из соседних дворов ребятишки прибегают, все играют. Я мама двоих детей, и даже возвращаемся с садика или со школы, детям поиграть негде. Теперь у нас есть замечательный двор. За последние 20 лет водоканал проделал огромную работу. Меняли аварийные сети на новые. Сейчас в городе 160 километров водопроводных сетей. Из них ветхих осталось менее 30 километров. Водоканал отчитался о проделанной работе. В этом году поменяли участок от улицы Весенней до улицы Юности. До этого мы меняли от Лазо до Весенней. В прошлом году делали участок от Кузнецкой до Юдина. Стадион «Томусинец» и Центр тестирования ГТО встретили ветеранские организации города. Физкультура занимает почетное место в распорядке дня старшего поколения. Горожане активно присоединились к комплексу. Каждый попробовал себя в разных дисциплинах. Пока они выполняют испытания не в зачет, тренируются, но на знаки отличия надеются. 5-й год на пенсии. Веду активный образ жизни. Участвуем во всех соревнованиях. Вот сегодня праздник спорта. Обязательно пришли своей командой. Хоть сейчас просто попробовать, а значок это попозже. С 1 сентября оформить потребительский кредит будет сложнее. Центробанк ужесточил правила выдачи кредита из-за высокой закредитованности населения. Также с 1 сентября после индексации на 4% повысится стипендия. Изменится и порядок принятия наследства. В случае, если наследодатель оставил завещание, принять наследство можно будет сразу после смерти человека. Претерпят изменения и правила сдачи на право вождения автотранспортным средством. Теперь при ошибке в теоретической части придется ответить на 5 дополнительных вопросов за 5 минут. Также увеличится и количество упражнений в практической части.